девчонки, мы уже в аэропорту. Мы приехали на 3 часа вперед, чтобы не случилось ничего импровизу. Алена выбирает очки. Мы в дьюти-фри. Очень хороший большой дьюти-фри у них. Полным-полно очков, любых, и Prada, и Dolce & Gabbana. Привет, девчонки. Все хорошо, все окей. Бар, конечно, у них в аэропорту очень дорогой. Только один панино стоит 8 евро. Вода стоит 2,5. Вот эта вот вода. 2,5 евро. Кофе. Два кофе стоит 6 евро. Два кофе. Короче, я даже не голодная. Я не знаю, зачем я этот панино взяла. В Италии панины лучше. С помидорами. Вегетарианский. 8 евро. Так что ешьте там в отеле или в городе, в аэропорту не стоит есть. Народу очень-очень много. Но мы заранее приехали, чтобы все у нас прошло спокойно, все хорошо. Все-все-все хорошо, все будет окей. Девчонки, добрый день. Все, все контроли мы прошли. Никто ничем не болен, хотя бы по рапидо-тесту. Никто ничем не заразился, не переживайте, все окей. Сидим мы уже в аэропорту. Посмотрите, сколько народу, все летят, все летят. Алена, мы летим в Милан. Всем пока, всем пока. Video. Però... Ma così lo vedi meglio perché le foto tanto volte. Девчонки, привет, наконец-то мы сели, 20 минут задержался самолет, опоздал из Милана. Задержание летим, но летим. Никаких инцидентов, все хорошо, все окей. Ой, девчонки, взлетаем наконец-то. Алена, ты что, ты что? Посмотрим на Корфу сверху. Посмотрите, какой остров. Напоследок. До свидания, Корфу. Спасибо тебе. Какое море, смотрите. Спасибо Греции. Спасибо острову Корфу. Когда-нибудь еще раз вернемся. Но в следующий раз вернемся в отель Империя. Всем пока! До свидания, Корфу! До свидания, Греция. Улетаем в Италию. В Милан. Спасибо большое этому морю. Ой, смотри, там порт наш, к которому так и не дошли. Я вижу порт, до которого мы так и не дошли, до яхт. До яхтсменов. И смех, и грех. Вот здесь вот где-то должен быть. Вот здесь вот где-то должен быть наш отель. Вот здесь вот. Ой-ой-ой. Летим в Италию, в Милан. Жасмин и Алена.
две лягушки-путешественницы. Ой, с этой стороны такие красивые пляжи. С другой стороны острова покрасивее пляжи. Видите, вон наш отель? Вот здесь вот. Вот здесь вот наш отель. Та-дам! Всем добра и здоровья! Смотрите, с другой стороны, какие красивые пляжи, надо вернуться. Какая вода чистая с этой стороны острова. Да, здесь более такая. Есть города или нету, я не могу понять. Как вы думаете? До свидания, Корфу. Когда-нибудь вернемся сюда. Ой, смотрите, девчонки, какая вся зеленая Италия. Приземляемся над Миланом. Видите, вся зеленая Италия. Да, речка. Познакомились с девушкой-стюардессой, гречанкой, у которой парень русский. Она так с нами разговорилась, такая красивая гречанка, такая доброжелательная. Услышала, что мы говорим на русском, начала с нами разговаривать. Смотрите, сколько зелени в Италии, сколько деревьев. Италия вся зеленая. Поля зеленые, очень много земледелия, да, крестьянского труда. Крестьяне в Италии очень все состоятельные, по-русски говоря, кулаки. Чем больше земли своей у итальянца, тем он состоятельнее. Плодородная земля. Что это, Милан, что ли?
покажу вам сверху ломбардию. Приземлились.